Вы все его знаете, но наверняка забыли. Вспоминаем и готовим. Пассируем на растительном масле одну измельченную морковь и репчатый лук с небольшим добавлением зеленого. Как овощи прогрелись, кладем 200 грамм рубленного куриного мяса. Перемешиваем и заливаем 3 литра бульона либо воды. Туда же 4 измельченного картофеля. Закрываем крышку и варим до полуготовности. Теперь приготовим что-то в виде затирки, но немного измененное. На 2 яйца щепотка соли, 250-300 грамм муки. Замешиваем полутугое тесто и отправляем в морозилку. После пропускаем через среднюю терку. Получаются вот такие средние комочки. Теперь порционно засыпаем их в полуготовый суп и перемешиваем. Варим еще 10 минут. Пока есть время, нарезаем зелень укропа или петрушки. На этом этапе попробуйте суп на соль. Если не хватает ее, можно добавить. Этот процесс приготовления не занимает много времени и доставляет всем невероятную сытость и удовольствие. Обязательно сохраните и попробуйте.